сорт сверхострого перца. Джайс, персик, призрачный скорпион. Вот такие вот продолговатые стручки, пупырчатые, слегка изогнутые. В основном они бывают трехгранные. Например, как вот этот, имеет три грани. Очень сильно пупырчатая форма у него. Персикового цвета. Созревает он от зеленого до персикового цвета. Это перец относится к виду Capsicum chinense. Этот сорт был выведен фермером по имени Джейс из Пенсильвании, США. Вот такой вот красивый перец. Срок созревания такого перца 120 дней. Растение многолетнее. Высота куста может быть от 80 сантиметров до 1 метра. Но если вы будете выращивать его в открытом грунте, он где-то будет сантиметров 60, ну, до 50 сантиметров. В теплицах он, конечно, будет гораздо выше. Этот перец что-то среднее между Пуджалокий и Тринидад Маруга и Скорпион. Он имеет цвет Пуджалокий и Пич. Ну, только вот видите, у него есть жало. У Пич Пуджалокий нету.